Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Так, мы в прямом эфире. Сегодня прямой эфир с командой тигров. Вон они все, пятеро. О, подарили картину тигров на днях, да. Вот такой вот чаек. 93-й год. Да, вот баночка даже ржавая. Вот здесь, да. Как нам Денис объяснил, Денчик, что здесь вот прям все написано. Да. С 93-го года. 93-й год. Ребята. Вопросы тиграм задавайте, я буду передавать. Всем привет, ребята. Здорово, здорово, хлопцы. На. Привет передает. Спасибо. Вам тоже привет. Тебе, брат, в первую очередь. Как мы с тобой тогда зависали-то, помнишь? Вчера. Под Керчи. Кто Лев тут, спрашивают? Лев. Ему проще говорить Лев просто, Гриша. Гриша Лев? Чем Тигр. Да, Тигр. Как дела? По какому поводу банкет? Да просто собрались с тиграми. Чайку попить. Чайку попить, да. Пообщаться. Ты дома китайский, что ли, пьешь? Обычно заварной из таких. Лисман. Принцесса Нури. Как день проходит? Ребят, задаем тиграм вопросы по батлам, там, по всем делам. Где Окси, спрашивают? Окси где-то здесь, не здесь. Голубос приехал. Так, кто-то написал. Браги Сатсап. Я не знаю, что такое Сатсап. Это он имеет в виду, типа, браги Сасадб. Нет, ты, типа, можешь и сосать, и Ватсап. Я люблю, но ненавижу. Кстати, батл рэпера, короче, здесь считай не смысл. Как... просто опечатался, вы уже там начали. Парагрин расстроен из-за батла. Я плачу. Невкусно. Есть у ребят любимые поэты? Маяков. Никонов. Маяковский, вот у него, он даже мерч с Маяковским носит. Малой. Девочка рисует сердечки, видно, в кого-то из вас влюблена. В тебя, Саня. Тигры лучшие. Парагрин и Витя красавчики. Парагрин топ. Тигры тащите. Смоки, как тебе команда? Я люблю свою команду. Там должен быть такой. Мимимишки. Казах. Как настрой, пацаны, на следующие батлы? Самый жесткий. Будем убивать. Браги просто вас. Что это, я не знаю. Парагрин красава снес нахуй. Микси. Да, конечно, давай. Сейчас у нас фото. Как думаете, кто пройдет в финал с командой голубей? Майлз. Смотрю, вы смеетесь. Я верю в Леньку. Не из голубей. То есть он к ним немножко перебежит, да? А, из голубей. А, да. Оговорочка. А финал из голубей, да никто не пройдет. Будет ли ответ гнойному, пацаны? А Джон МакКоннен уже за всех нас сделал очень крутую ответку. Спасибо ему большое. Просто замечательный день. От души, Джон, спасибо. Да. Голуби вас вынесут, как думаете? Ну, если только пьяных, когда мы будем отмечать нашу победу.
Это панчлайн. Где пиздюк, Сань? Про какого пиздюка ты? Это про Майлза. Привет. Казаху привет с Алматы, написали. Привет из Киева. Привет из Аши. Передавай привет Илюше из Алейска. Браги, выйдешь на следующий батл с гитарой? Нет. Зачем? Это глупо. Типа, выносить гитару на батл, это очень тупо. На батл, только не трушный рэпер. Да. Мы против клоунады. Против. Вообще, не против меня. У тебя был легендарный батл, брат. Я за твой... Это был первый твой батл, кстати. Да, первое мое присутствие на Версусе. Майлз, держись, пишут. Спасибо. Новосиб на связи. Давай в конце сезона батл менторов. У нас был уже батл менторов, и я победил. Дальше не имеет смысла уже, блядь, эти... Браги лох. Браги лох. Спасибо, друг. Это лучший комплимент. Спасибо. Познакомь их с Кизару, кто-то написал. Хорошо. Парагрин вообще зверь. Напишите мне что-нибудь хорошее, пожалуйста, почему Браги сосат, Браги лох, Парагрин красавчик. Давайте уже нормально общаться. Это индивидуальность, да? Назовите топ-5 батл МС, наверное, в мировых. Их шесть, да, шесть всего вообще. А, ну да, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И ментор. А, тигры лучшие, пишут. Тигры лучшие. Йоу, тигры лучшие. Браги, ты крут, пишут. Вот за это спасибо, что ты голуби тебя оскорбляешь. Да, я тоже подумал, Мирон Федоров. Браги, ты тоже Браги норм, не переживай. Майлз, батл еще не вышел, но надеюсь, ты победил. Я тоже надеюсь. Получается, да, в эти выходные Майлз выходит. 5 батл МС, пишет человек. Первый смоки, второй смоки, третий смоки, четвертый смоки, пятый смоки. Хуй с ним, Браги красавчик. Передайте привет Паша 1411. Паша 1411, привет. Привет, привет. Тигры, как вы относитесь к Ригасу? Не слушал его, не знаю. Привет из Витебска, пишет Юленька, симпатичная. Юленька? Юленька. Давайте я Юленьке наберу сейчас. И Браги с ней. Так, сейчас что? А, нет, надо перевернуть. Ладно, сейчас Юленька откроет. Да. Ожидание Юленьки. Чувствую, чаёк там вообще на хорошем уровне. Да, да, да. Короче, не хочет Юленька. Да и бог с ним. Привет из Череповца. Я пробью тебе Череповца из Череповца, и отряд не заметит потери бойца. Поверь мне, пацан. Браги, передай привет пацанам из Сибири. Что пацанам привет? Из Сибири передай пацанам привет. Пацанам из Сибири всем привет передаю. Пельмени у вас классные. Ну, типа сибирские. Так, набираем кого-то, будет Браги общаться. А, нет, нельзя набрать. Катенька. Так, набираем тоже нельзя набрать. Да что же. Привет из Ухты, Смоки, когда приедешь в Сибирь? Очень хочу в Сибирь. А, Смоки, как сам, бро, нормально? Из Тагила, привет всем. Да-да-да, Тагила тоже привет, ЕКП, все дела. С этим шаром есть какая-то история? Здорово из Испании. О, испанцам тоже привет. Нормально мы вас, нормально мы вас, да? Сейчас увидишь. Тут было время. КПСС, бегемот, официал. Набираем. Я не знаю, кто это. Это Гнойный. Ну, не факт, что это он, может быть. Да это чувак, который у тебя в комнате написал. Да, на той фотографии. Я думал, там просто сказали кому-то. Вот, подключение, поехали. С кем? С КПСС. Здорово. Йоу. Ну задавай свой вопрос пацанам, короче. Друг, салют. Друг, ты не мой? Или не чей? У него звука нет, брат. Йоу. Да, помаши еще руками, пожалуйста. Дай мне проблемы со связью. Помаши руками. И я вас все слышу. Круто, круто. Все. Ладно, продолжим. Что за фейки, Бусима? Это Браги, он нормальный. Привет, пишет Осаночка. Ну-ка, дайте наберем Осаночка. Отмена. Оксаночка.
Тольятти за Тигров. Спасибо, Тольятти. Это из-за Твиттера. А? Это из-за Твиттера. За Твиттера? А чего у тебя Твиттера? Да меня все хейтят. Ну не знаю, как Смоки еще не отписался от меня. Передайте привет из Молдовы. Молдова, привет. Из Молдовы. Из Молдовы передаю. Набери Леше. Какому Леше, я не знаю. Кстати. Ладно. Не в прямой эфир. Да, историю хотел рассказать, просто он одну вчера такая смешная произошла. Привет из Ростова. Парагрин победил, а не Микси. У Парагрин второй раунд охуенный, а у Микси один. А, два раунда охуенных, у Микси один. Привет, Прокопьевск. Передай, пожалуйста, привет Прокопьевску. Прокопьевск. Как у вас там? Все еще Прокопья? Ну, передайте Вите Бови, что он топ. Браги, и где лучше дрочить, в машине или тачке? В тачке. Смоки, а Смоки, понятно, почему ты тигр, а почему Мирон голубь? Да хрен его, так по жизни. С Грозного привет, Молдова за тигров. Отец, что там происходит, звоните Гуфу, Бови топ, Ижевску привет, наберите голубям. Прокопьевске. Они по почте только. Гуфа покажи. А где Гуф-то, ребят? Чего про Гуфа? Он что, в эфире сейчас, что ли? Если в эфире, Леха, напиши, мы наберем тебе. Казах разъеби, пишут. Обязательно. Почему вы Стаса называете казах? Я не понимаю. Потому что я казах, да. Екатеринбург за тигров. Ташкент за тигров. А, Парагрин выиграл. Выиграл. Браги, вопрос. Вилкой в глаз или в жопу раз? Вилкой в жопу. Привет. Голуби имеют более древнее название. Что? Дыбенко за тигров. Смоки силы. Серуны. Татарстан за тигров. Кизару не хватит. Кизару не хватает. Не хватает. Никто его не хватает. Казах, тигр. Смоки, а как звать твою собачулю? Что? Ее зовут вообще-то Екатерина, но вы не называете ее так. Я пошутил сейчас. Голуби насрали. Какой чай пьете? Мы показывали чай 93-го года. Майлз еще не родился тогда. Барселона за тигров! Тигр, где ваши волосы? Полосы. Комендант за тигром от Тиграна, привет. Что за команда толстяков, пишут. Что, давайте шлепнем, ребятки. Короче, давайте. У нас чаек уже. Сява с земляками чокается. Со мной никто не чокнулся, но заебись. Я буду как ПМ. Давайте там. Воздушный чок. Майкоп за тигра. Наберите Мирону, пишут. Сразу чувствуется 26 лет. Сяви, привет из Ставрополя. Назовите любимые треки Смоки. Теперь себя представляешь младшим, Майлз. Короче, к младшему надо отдельно подойти. Нет, а, я пальцем закрыл, извиняюсь. Заново вообще, да? Не слышно. Вот сейчас все, я убрал палец. Можете задавать вопросы с этой теперь стороны, пацанам. Привет. Смотрите, как Майлз смущается. Есть немножко, да.
Этот пиздюк норм читает, пишет. Мы в прямом эфире, Майк, если что. Всем привет. Я смотрю Версус. И... Вот как бы, парни. Бро, я начал смотреть из-за того, что, короче, я ставил бабки на автарку. А, я понял. Сколько Парагрину лет? Парагрину. Это тигр из нашей команды. Тигр и гол. Все, ладно, завершаем. Завершаем прямой эфир, все сбилось, бля.